Всем привет, с вами я, Portal 68, и это продолжение прохождения Global Mode. Прошлую часть я выполнял один очень запутанный квест, который называется «Законы преступления». В итоге я так его еще не успел завершить, но и в этом эпизоде я буду продолжать его выполнять, и может быть, в принципе, успею завершить. Квест на самом деле очень-очень длинным оказался, но не таким уж сильно простым. Так, ну и в прошлом эпизоде я закончил на том, что... Узнал следующую информацию. Сейчас я прочитаю последние строчки. Патрик и Глерио никогда не были в таверне Кардифа. Дело более-менее начинает проясняться. И Глерио, Патрик сидели в таверне Карагона. В полночь они ушли. На пороге их встретил человек в черном плаще. Кто бы это мог быть? Так, ну сейчас я, в принципе, знаю, что надо будет сделать. Я там немножко почитал в интернете. Я не стал... читать полностью прохождение всего квеста, ну так. Что надо сделать, в общем, чтобы мне не тупить долго. Сейчас мы должны снова пойти и поговорить с Вульфгаром насчет всего этого. Ну и заодно давайте я еще посплю до утра, поскольку сейчас вечер. Так. А, нет, похоже, он мне ничего не хочет сказать. Хотя бы там было вроде как так написано. Ну ладно, не знаю. Стоит ли мне спать вот здесь, вот в казармах ополчения? Ну, давайте попробуем, может быть. Никто на меня не нападет. По крайней мере, я буду надеяться на это, даже посплю до полудня. Ну, вроде, все обошлось. Так, ну, значит, давайте тогда. Так, Вульгар точно мне ничего не хочет сказать? Неа. Может, тогда стоит поговорить и с самим Иглерио. Ну, мало ли что. Давайте попробуем. Нет, он тоже ничего не хочет сказать. Да, все как-то запутанно. Придется ходить к каждому и спрашивать обо всем. Так. А, ну-ка, может, с Лордом Хаген надо поговорить, а? Так, ну тут мы спрашиваем его, какие он участки патрулировал, так. Так, ходил в таверну. Что-то такое, так. Так, ну и значит, здесь мы узнаем. Круг сомкнулся, Патрик никогда не патрулировал, не патрулировал город, тем более по ночам. Это доверяет делать только опытным воинам. Лиси обманула меня, в этот раз я ее точно убью. Ну что, придется пришли убивать Люси, или я не понимаю, что... Пока что в итоге... Так. Вульгар что же... Нет, не хочется мне поговорить. Похоже, надо было поговорить не с Вульгаром, а с Лордом Хагеном. Так, значит, что в итоге прояснилось? Так, я в итоге даже сам еще толком ничего не понял. Так, ну Люси, понятное дело, она обманула меня. Причем со многим. Так, значит, давайте сейчас с ней стоит поговорить. Еще разок, я не знаю, придется ли ее убивать, но... Говорить явно стоит. Так, и где? Люси. То есть Люси. Так, она в доме, видимо. Не, нету в доме. Умный мальчик. Не понял, теперь Люси куда-то пропала. Томо пропал, теперь Люси пропала. Замечательно. Сразу говорю. Да не дай бог, что ее кто-нибудь еще убил бы. Или может она сбежала? Ну, всякое может быть, в принципе, так. И значит. Так, ну значит, ладно. С Люси заканчиваем. Что теперь? С кем можно еще поговорить? Так, ну значит, давайте. У меня есть еще идея, с кем можно поговорить. Может быть, поговорить с самим Акилом. Насчет этого. Я это знаю, что действительно надо будет с ним как-нибудь поговорить. Я вот не знаю, честно говоря, когда. Я не читал сразу, говорю, все, я просто так мельком там что-то посмотрел. Вот знаю, что надо поговорить с Акилом и... Узнал о том, что надо будет поговорить с Вульфгаром. Ну или вот с Лордом Андре. Все, больше я ничего не знаю. Значит, этого квеста.
Так, значит, давайте поможемся Килом, потому что, понятное дело, больше мне говорить с не с кем. И Глерио мне толком ничего не может сказать, потому что... Кто? Вот, Уортхаген, Вульфгар, я все расспросил у них насчет Патрика. Потом что еще? Люси вообще пропала куда-то, непонятно куда. Но с кем говорить я уже не знаю толком-то. Остается только вот это. Акил, дело в том, что самый Патрик был, по-моему, сын... Да, да, он был сыном Акила, старшим сыном его. Об этом мне кто-то сказал, Глерио, что ли, не помню, но кто-то сказал. Это я точно помню. И поэтому сейчас я отправляюсь как раз к Акилу. Больше, в принципе, людей с этим связанных вроде нету. Это вот все люди, значит, Глерио, Патрик... Я имею в виду всех, кто связан с этим квестом там. Потом вот эти вот Вульфгар и Лорд Андрейх в одно объединим. Потом этот как его? Карагон потом. Сейчас кто же еще? Вот Люси. Ну и остается тот вот последний. Ой, так. Ну что ж, давайте сейчас тогда. Говорим с Акилом. Так, ну да, есть действительно диалог насчет Патрика. Так. Угу. Так, угу. Так, есть ли какие-нибудь вещи у Патрика? Понятно, он, похоже, со мной не хочет разговаривать. Говорю, что может пострадать невиновный человек. Так. Хорошо, тебе... Только ответ на вопрос, зачем тебе это нужно. Хочу установить справедливость. Так, действительно. Угу. Так. Ага. Так, все вещи. Он продал перед тем, как уйти в ополчение. Он считал, что они ему не понадобятся там. Ночи на деньги он купил себе меч, так. Так, спросим давайте про письмо. Так. Да, действительно, похоже, у него было какое-то письмо. Я должен идти пока. Так, значит, письмо, письмо. Сейчас давайте посмотрим, что за письмо. Древний свиток этот может быть. Так, значит, давайте сохранимся. Так, тут свиток запечатан древней магией. Так, ну понятно, значит, это какое-то магическое письмо. И теперь, похоже, это письмо нужно показать, ну, кому-нибудь из магов, например, наверное, Ватрасу в городе. Ну. Или, например, к Сардосу. Помните, он же еще заинтересован в этом. Так, Акил мне дал свиток, который был в кармане у Патрика. Все, больше ничего нет. Ну, значит, сейчас отправляюсь тогда снова в город. Тут, похоже, мне придется показать этот свиток. Либо Ватрасу, либо, скорее всего, к Сардосу, поскольку в начале игры, помните, я выполнил как раз первый квест, связанный с этим культом древних. Ну, который еще был с демоном-то. Потом второй квест тоже. Там еще с Лестером мы убивали кого-то, вот не помню, честно говоря, кого-то. Кого убивали, это был второй квест, это, похоже, третий. Скорее всего, это письмо нужно будет показать к Сардосу, потому что я больше сейчас пока что не знаю, что делать. Так, значит, с кем еще можно поговорить? Да, в принципе, поговорить-то больше уже не с кем. Ничего толком здесь в дневнике не записалось. Можно, в принципе, поговорить с Глерио, хотя он вряд ли нам что-нибудь скажет, если до этого ничего не сказал. Потом Лорд Андрей Вульфгар тоже вряд ли что-нибудь скажет. Ну а что в итоге больше? В принципе, тут ничего не остается. Говорить толком даже и не с кем. Так, ну еще бы я сейчас хотел поговорить с этим вот охотником, Киранором. Нет, он сейчас в итоге даже со мной не хочет говорить. Кто это сказал? Ну что ж, давайте сейчас тогда отправлюсь к Ватрасу. Для того, чтобы попробовать показать ему это письмо, если, конечно, это возможно. Надеюсь, что все-таки как-нибудь может
Ватрас мне помочь в этом деле, надеюсь я, по крайней мере. Эй, ты! Просто неохота идти к Сардасу. Похоже, все-таки нет. Ну что ж, придется тогда идти к Сардасу. Больше я, в принципе... А, точно, Валентина. Так, вот, давайте еще с Валентина поговорим. Вот кто еще остался последний человек. Но Аданас увидел, что порядок так, и хаос теперь так не равны. И предложил Инасу лишить человека божественной силы. Да, толком в итоге с Валентином разговор у меня не состоялся. Теперь-то я понимаю, почему он тогда раньше, ну, не убивался. Оказывается, он связан вот с таким вот квестом, который придется выполнить обязательно для того, чтобы дальше пройти игру. Потому что если вы не получите ключ от прохода в Долину Родников, вы не попадете в Долину Родников. А если вы туда не попадете, вы дальше просто не сможете пройти игру. Так, тут я вижу, смотрю, шершни появились. Давайте, значит, их поубиваем, получим немножко своего заслуженного опыта. Давно я, честно говоря, уже не убивал монстров. В последнее время то и делаю, что бегаю там куда-нибудь. Нечего взять. Из этого не выйдет ничего хорошего. Так, надеюсь, еще кто-нибудь появился. Но я имею в виду из таких вот простых зверей, там, волки и так далее. Дело в том, что новый уровень не за горами. Ух ты, ничего себе, так у меня осталось всего 300 опыта нового уровня в итоге. Значит, сейчас мне надо быть очень и очень осторожным при разговоре там, ну, когда буду особенно получать опыт. Ну, чтобы не получить 8 очков обучения, а 10. Сейчас мне это очень надо, а то я уже наступил вот так вот один раз. В итоге забыл посмотреть, и оказалось, что мне не повезло тогда. Очков обучения оказалось 8, а не 10. Я постараюсь больше такого не допустить, постараюсь больше вот так вот с этими очками обучения не тупить, поскольку они действительно в игре очень и очень важные, и они мне пригодятся. Ну, лишние очки обучения можно всякий раз куда-нибудь потратить, допустим, на то, чтобы обучиться добывать различные трофеи с животных. Я знаю на примете еще одного охотника, с которым я, как и говорил, обязательно поговорю только во второй главе, когда отправлюсь расправляться с черным троллем. Он находится там, ну, неподалеку от черного тролля. В общем, когда я отправлюсь туда. Ой. Ого! Черные гоблины. 3 штуки. Это опасно довольно-таки. Не знаю, и раньше вроде справлялся. Хотя не помню насчет 3. Ну, давайте попробуем. Кавалор, дело в том, что сейчас находится в городе. Он сейчас там сидит, там, где Ватрас неподалеку. Да, оказывается, я с черными гоблинами вообще уже справляюсь без проблем. Там он сейчас сидит на лавочке в городе, поэтому здесь спокойно завелись черные гоблины. Так, ну значит, давайте сейчас тогда будем говорить с Ксардасом. Заодно, может быть, о чем-нибудь другом с ним поговорю, не знаю. О чем мне с ним, в принципе, еще можно поговорить. Ну, во-первых, с ним надо обязательно поговорить еще насчет магов воды, что вот они нашли. Это как его, ну, неизвестную часть острова. Это Ксардаса очень заинтересует. Мы также получим еще за это, конечно, дополнительный опыт. В общем, поговорим я с ним во всем, о чем сможем только. Так, Лестер. Так, ну-ка, давайте еще с Лестером попробуем поговорить, может, он мне что-нибудь хочет сказать, хотя вряд ли он мне что-нибудь скажет. Я так Эй! Думаю. Ты все еще чувствуешь себя измотанным? Я рассказал Ксардасу все, а теперь я посплю немного. Денек, другой или даже больше. Да, что-то долго он спит, честно говоря. Очень даже бы сказал долго. Эй! Итак, значит, с Сардасом у меня есть несколько диалогов. Во-первых, как я и говорил, насчет магов воды. Ну и второе, похоже, как раз насчет этого квеста. Давайте сначала скажем ему про магов воды. Маги воды нашли портал, ведущий в неисследованную часть острова. Как интересно. Как только ты узнаешь что-нибудь, что действительно сможет нам помочь,
дай мне знать. Где-то там может быть спрятан артефакт Белиара. Ты должен найти его. Насчет этой неизвестной части острова. Меня не интересуют детали. Возвращайся, если узнаешь что-нибудь действительно полезное. Так, говорим, что я нашел свиток. Дай посмотреть. Спрашиваем, в чем не написано. Так, значит, ага, угу, потом о нет. Что такое? Культ будет людей, чтобы потом принести их в жертву. Им нужна человеческая кровь, много крови. Так, они хотят воскресить лорда Раудора. Это еще хуже, чем могли себе представлять. Хуже драконов, интересно. Так. Он был один... Ну, в принципе, я понял, значит. Но сейчас я прежде... Да, замечательно. Можно сохраниться, поскольку я получил 10 очков обучения. То, что надо. Значит, я понял. Там культ Завербору... Сейчас, в общем, давайте почитаю. Патрик был завербован древним культом. Ну, вот то, что я вам хотел сказать. Похоже, вот они убивают людей для того, чтобы вызвать какого-то там, это, лорда Раудора. Давайте спросим насчет него. Так, бывший избранный Инноса. Был очень могущественным... Он был очень могущественным магом и воином. Так, выполнил свою миссию. Так, ага. В общем, тут, в принципе, все как обычно идет, там, в общем, это, и так далее. Ничего интересного тут пока что не вижу. В общем, все тут в теме готики. Так, ну давайте пропустим это, в крайнем случае, прочитаю. Так, в свитке есть упоминание о месте сбора. Ну-ка. Так, да, хорошо. Они должны собраться в полночь в пещере рядом с городом. Какое именно здесь не написано, может быть... А это может иметь отношение к письму? Интересно, Лив Стронг? Это что? Этим заканчивается, начинается каждый свиток непререкаемых. Это их слово силы. Ни одно... Не успею дочитать. В общем, там что-то... Ни одно заклинание там не сможет что-то противостоять, что-то такое. Так... Убийца был послан культом, мне нужно осмотреть все пещеры, находящиеся рядом с городом, там я смогу найти ответы. Эй, ты! Так, ну что ж, давайте тогда так и сделаем. Только, похоже, мне придется идти туда в полночь, ну, по крайней мере, так было написано в письме. Значит, у нас есть на примете, у меня, по крайней мере, на примете есть три пещеры, которые находятся рядом с городом. Первая пещера, в которой находятся бандиты... Ну, это пещера, как бы вам сказать, где я... Ну, там, помните, где я охотился с Бартоком еще в одном из первых эпизодов. Туда, если пройти чуть дальше, я вам, по-моему, не показывал, не ходил туда. Там находится пещера, в которой находятся бандиты. Вот так вот, вторая пещера, тоже с бандитами, но уже там, где начинается подъем к маяку. Вот эта вот пещера, я там тоже. Там я бандитов поубивал еще в начале игры. Ну, а третья пещера, это пещера с телепортером. Там, я думаю... Ну, маловероятно, могли разместиться вот эти вот, как его, ну, с древнего культа, в общем, люди. Поэтому, значит, скорее всего, надо думать насчет вот этих вот двух пещер с бандитами. Ну, давайте в первую очередь я смотрю пещеру, которая находится... Ну, вот эту вот, которая неподалеку от маяка находится. Тем более, что мне как раз туда надо, к маяку. Для того, чтобы завершить задание насчет Мо. Ну вот, пойду, значит, к маяку, сдам задание, ну и заодно потом посмотрю пещеру. Вот так я сделаю. Если не там, то, значит, тогда посмотрю другую пещеру. Но если там уж нет, то, скорее всего, в пещере, где телепортер находится. Но больше, по крайней мере, пещеры возле города я не знаю. Ну, знаю, в принципе, еще одну пещеру. Ну, нет, вряд ли. Это там. Эта пещера находится... Как бы вам сказать-то? В общем, она находится внизу, эта пещера. Вот есть что-то типа не такого углубления вон там вот. Ну, на повороте. В общем, значит... Как бы вам сказать-то? Ну, не могу объяснить, но есть вот так еще неподалеку пещера. Ну, почему нет?
почему там, скорее всего, не могут. Дело в том, что возле этой пещеры бродит, ну, очень много различных опасных монстров. По-моему, бракорисы, варги, ну и так далее. Пройти к этой пещере, не убивая этих монстров, практически нереально. Поэтому я думаю, что нет. На начальных уровнях посылать туда бы, ну, вряд ли стали бы. Так, ну и значит, сейчас давайте я тогда отправлюсь к маяку, для того, чтобы сдать задание насчет Мо. Там же я заодно в маяке посплю до полуночи. Также, может быть, возьму еще задание по гильдии Черной Ястребы. Но Аданас боялся, что настанет день, когда зверь. Но потом, не знаю, потом отправлюсь тогда уже на поиски пещеры. Честно говоря, на самом деле, мне этот квест немного уже поднадоел, честно говоря. И он самому кажется, ну, каким-то, ну, не очень таким понятным. На самом деле, вот я честно говорю сейчас, я понял все это, ну, так, процентов на 40, на 50. То есть половина того, о чем тут сейчас это, в общем, идет дело, я вообще не понимаю. Слишком, ну, это все запутанное сделали. Так, а это кто еще? Сейчас, где мой лук? Незнакомец. Хм, интересно. Кто бы это мог быть? А вот и ты. Что тебе от меня нужно? Обычно моим подопечным бывает уже все равно. Я скажу тебе лишь то, что пришло твое время умирать. Ты готов к смерти? Так, ну-ка. А ты шутник. Да и я не прочь посмеяться. Пора тебе познакомиться с моим клинком. Так, а что это вопрос такой? С чем это связано? Вот, я не понимаю. Это связано либо с квестом насчет Мо. Его, кстати, тоже убили. Либо это связано с квестом Древний Культ, что я... Что я думаю больше. Так, ну ладно, значит, давайте попробуем по-другому поступить, раз так я с ним не могу справиться. У меня много свитков, насколько я знаю. Потратим там, ну, допустим, один огненный шар на него. Так. А, вот, один как раз остался. Ну подожди, сукин сын. Так, ну ждем, пока он там немножко погорит. Так, ну а теперь можно сражаться. Сейчас-то я должен, в принципе, с ним справиться. Хотя он неплохо владеет оружием. Так. 440 опыта. Довольно много, сразу говорю. Записка и 20 болотника. Хм. На всякий случай, сохранюсь во второе сохранение. Ну так, если надо было, может, с ним поговорить сначала. Так, записка. Сейчас. Так, уважаемый кнут, я долго знаю, что вы так. Ага. Получите сегодня полночь за... на условленном месте. Так. Вместе с тем вы получите двойной гонорар, если еще одного человека. Была. Он только недавно появился. Хорошо, хорошо, ты победил. Чего ты хочешь? И тут, смотрите, имя написано... А вот и ты. Что тебе от меня нужно? Обычно... Это как раз написано имя Лив Стронг. Вот. Сейчас после разговора с ним... Там ничего нет. Так, ну понятно, значит. Убийца был послан культом. Мне нужно осмотреть все пещеры, находящиеся рядом с городом. Там я смогу найти ответы. Скорее всего, действительно, это находится вот эта вот пещера с бандитами, раз убийца был где-то тут. Не знаю, почему его поставили именно сюда. Ну, явно, потому что я, наверное, сюда должен был пойти зачем-то. Не знаю, может быть, рассчитывали на то, что я пойду Черным Ястребом, а если я уже все квесты их завершил, или еще что-то. Или даже еще не дошел до этого квеста. Ну, не знаю даже. Ну ладно, сейчас давайте, мне надо будет поговорить со Скаром для того, чтобы доложить ему о том, что Мо мертв. Похоже, действительно, Мо как раз и был предателем. Я нашел Мо. И где же он? Он лежит за домом Хальвара, мертвый. Вот черт. Теперь мы так и не узнаем, был ли он замешан в этом. И Вамба просто позаботился о своем алиби. Либо Мо получил за свои делишки. У него было очень много врагов в этом городе. Ладно, так или иначе, проблема решена. Приходи на днях, будет дело.
Так, ну все, значит, квест у нас этот завершился. Ну теперь мне надо будет подойти к нему на днях, для того, чтобы взять следующий квест. Не знаю, честно говоря, сколько там еще осталось квестов. Но мне кажется, что не так много. Может еще так, 2-3 квеста осталось. Давайте поспим до полуночи, может он сейчас мне даст задание. Не, похоже, не дает, ну ладно. Раз не дает, так не дает. Ну, сейчас я поспал до полуночи не за этим. Сейчас я поспал до полуночи для того, чтобы найти место. Ну, в общем, найти ту самую пещеру. Ну, предлагаю я обыскать пещеру, которая находится здесь неподалеку. Потому что, ну, это одна из пещер, где, скорее всего, могут находиться самые люди. Ну, и во-вторых, тут неподалеку был этот самый убийца. Ну, все наводит на то, что... Так, лечебное растение, что, скорее всего, я сейчас иду в нужном направлении. Не знаю, сейчас вам хорошо или плохо видно. Сколько сейчас ночь, но надеюсь, что более-менее нормально. Так, ну что ж, давайте сейчас тогда сохранимся и попробуем проверить эту самую пещеру. Так, сейчас тут еще что-то... А, стрела. Видимо, раньше не собирал. Да, похоже... Я, похоже, ошибался раз. Тут никого нету. А, или не ошибался. Я ждал тебя, воин света. Хозяин хочет видеть тебя. Ему нужна чистая кровь. Кто твой хозяин? В свое время ты все узнаешь. Сейчас ты пойдешь со мной, воин. Хозяин даст все, что тебе нужно. Силу, власть и бессмертие. Ты вспомнишь. Я не знаю, о чем ты говоришь. Как мне найти вашего хозяина? Я приду туда, когда буду готов. Иногда гордыня граничит с глупостью, воин. Я предполагал, что ты откажешься. Тогда тебе придется умереть, и хозяин получит твою душу. Ты все равно попадешь к нему. Не надо никаких неприятностей. Тебе не напугать меня. Не бойся. Я не буду убивать тебя прямо сейчас. Ты еще не сослужил службу хозяину. Так, и... Паладин исчез, ну давайте сейчас посмотрим, что записал в дневник. Похоже, ничего. Так, а еще, по-моему, тут у меня был вот древний культ, может, сюда записалось что-то. Да. А, ну вот как раз тут это, про Лива Стронга написано. Ну вот, теперь все хотят меня убрать. Надо было оставить в живых этого головореза, узнать, где должен состояться его встреча с нанимателем. Кто такой этот Лив Стронг? Я встретил темного паладина, который хотел отвести меня к хозяину, но я отказался. Он чего-то говорил. Чисто крови, надо спросить об этом Ксардоса. Ну, опять к Ксардосу идти. Так, а тут мы находим мертвую Люси. Записка найдена на трупе Люси. Так, еще одна записка. Ну да, что-то чересчур запутанный квест какой-то. Я бы даже сказал, очень чересчур. Сам уж тут запутался. Так, Люси, из-за твоих глупых действий он узнал нас, тебе не стоило так рано. А, так, значит, вот кто это сделал. Люси убила Патрика. Он нам мог еще пригодиться, этот Эглерио тоже в скором времени должен отойти от дел, так что ты подставил его. Не менять дело, он должен умереть в полночь. Ты применишь свое наказание, а Эглерио будет мертв. Не беги, ты не прячься. Ты не спрячешься от нас. У тебя еще будет шанс спасти свою глупую жизнь. Приходи немедленно на место сбора. И ты, быть может, будешь помилована. Лив Стронг опять. Похоже, это тот самый хозяин Лив Стронг. Так. Ну, в итоге так и не понял, что насчет Эглерио. Там что-то было написано, что он тоже должен умереть. Сейчас, наверное, благодаря этой записке, скорее всего, этого самого Эглерио должны отпустить. Ну, по крайней мере, я так думаю, ведь
все, в принципе, невиновность его доказана. В этой записке прям написано, что Люси убила Патрика. Но прежде я все-таки, наверное, думаю, что лучше заскочить к Сардосу. Что я, наверное, и сделаю. Но делать я буду это в следующем эпизоде, поскольку этот эпизод я заканчиваю. Да, я уже устал, хотя не знаю, сколько этот эпизод длился. Может, 25 минут, может, 20. Ну, может, 30. Ну, не очень, когда вот такие вот запутанные квесты идут. Я не очень слежу за временем, честно говоря. Сейчас тут нет никаких ни часов, ничего, поэтому... Я не знаю в итоге, сколько сейчас вот играл. Ну, примерно так могу сказать. Так, ну сейчас давайте я посплю до утра, ну и на этом закончу этот эпизод. Но этот запутанный квест, я надеюсь, что в следующем эпизоде уже точно довыполняю. Он оказался чересчур запутанный, ну и даже немного непонятный. По крайней мере, для меня непонятный. Ну не до конца, так я... Чёрт, в чем дело? Кратко тут все понял, более-менее нормально. Но все же, что-то там было непонятно. Так, ну... Вот, нашел наконец свободную кровать. В общем, всем спасибо за просмотр. Увидимся в следующем эпизоде. Подписывайтесь на канал, комментируйте видео. Буду очень благодарен, если вы мне, в общем, объясните. Ну, как-нибудь это... Ну, так, чтобы не то, что вот это вот... По-простому, в общем, объясните всю вот эту вот суть вот этого вот древнего культа. Конечно, буду очень благодарен. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте видео. Ну и, в принципе, всем пока. Ну а в следующем эпизоде я тогда сразу вначале прямиком отправлюсь к Сардосу.